живописнейший район Рима, Трастевери, Виколо Марони в данном случае, средневековые улочки. Вспоминаю здесь один момент, визуальный момент, так как улочки средневековые, естественно, знаешь, под впечатлением здесь истории идешь, книг когда-то прочитанных, фильмов, естественно, в большей степени фильмов. Знаете, моменты в средние века происходили, когда людей камнями забрасывали, или толпа разъяренная шла, да, там, к дому какого-нибудь колдуна или ведьмы, ну, или ученого. Вот, идем мы здесь как-то с белорусом. 10 лет назад это было, 10 лет. Здесь белорус был изрядно пьяный и на рогах, короче говоря. И походка у него на рогах. Он шел немного впереди, я позади. Он на рогах вперед прет. Здесь это, по-моему, происходило. Он идет, и навстречу ему вываливает толпа, человек 40, наверное. Быстрым шагом идут ему навстречу, как будто бы бить его снаружи, с виду кажется. Ну, я понимаю, что это не так, но снаружи видно. То есть со стороны казалось только так. Разъяренная толпа идет бить. И он им навстречу прет, и они ему навстречу. Смешно так выглядело, знаете. Вот что я вспомнил.